мешочная бумага, которая загружается вот в этот станок под определенный размер. Дальше эта бумага проходит через флексу-машину с нанесением двухцветной печати. С этого начинается создание бумажного мешка. Далее автоматизированный станок склеивает бумагу, сворачивает в трубу, а затем отрезает нужную длину. Один из работников следит за тем, чтобы не произошел сбой. Готовый бумажный мешок должен полежать некоторое время, чтобы схватился клей. Потом делают дно. Здесь девочки берут эту трубу и делают определенные манипуляции, сворачивают его конвертиком, раскрывают, пропускают через станок, где наносится клей и наносится покрывной лист. Дальше отправляют они его в пресс, также для того, чтобы мешок отлежался и склеился. Производство бумажных мешков открыли в 2013 году, и до сих пор оно единственное по городу и области, говорит Владимир Косых. Сырье в основном закупают в Архангельске. На производстве работает 6 человек, и за смену сотрудница делает 40 тысяч бумажных мешков. Они раскупаются строительными и продовольственными компаниями. А 2 года назад здесь начали делать брикетированный древесный уголь для мангалов, барбекю и каминов. Эти 2 килограмма заменяют 5 килограмм древесного угля. Представляет он собой вот такие подушечки евростандарта. Это прессованный древесный уголь. Спрос на брикетированный древесный уголь пока небольшой. По словам Владимира, во время пандемии производство встало. Но от идеи развивать экологически чистый продукт бизнесмен не отказался. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Владимир получит дополнительное финансирование. Мы развиваем механизмы Центра предпринимателя «Мой бизнес», регионального центра инжиниринга, который позволяет софинансировать расходы субъектов МСП, прежде всего обрабатывающих производств, по инжиниринговым услугам, и он очень востребован сейчас. Также Центр поддержки экспорта для экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, начиная от лингвистических услуг до заключения контрактов. Это наш главный целевой показатель. На поддержку саратовских бизнесменов в этом году пойдет более 370 миллионов рублей. По словам Владимира, он получит до 300 тысяч. Эти деньги вложит в создание сайта и продвижение брикетированного древесного угля в онлайн-среде. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов 24.